Медицинский центр в Сосновом Бору на 60 койко-мест строят, как и по всей стране, по одному типу. Это технологии быстрого возведения без потери качества. Из современных полимерных материалов и железобетонных конструкций. На стройке работают в две смены, в среднем по 300 строителей. Перед закладкой фундамента здесь постелили защитный слой гидроизоляции и дренажа из композитной мембраны «Плантер». Приступили к монтажу металлоконструкции для дальнейшего произведения монтажа сэндвич-панелей. Заканчиваются работы по канализации, наружные сети, проведение водопровода и электроснабжения. Многофункциональный лечебный центр инфекционного типа должны построить в кратчайшие сроки ударными темпами. Это пожелание президента. Всего по России появится 16 таких инфекционных лечебниц. На них выделили больше 8 миллиардов рублей. Я всю жизнь строитель. Такого напряженного графика за 40 лет строительного стажа увидел первый раз. Ну, кто ожидал этого? Такую напасть на нашу страну. Приложим все силы, постараемся к маю месяцу больничный комплекс сдать. Центр в Сосновом Бору оснастят современным оборудованием и укомплектуют персоналом, который пройдет обучение в военно-медицинской академии. Ввести в эксплуатацию двухэтажный корпус планируют до конца апреля. Медицинскую помощь в центре в Сосновом Бору смогут получать не только военные, но и гражданское население. Мария Латышева, Антон Колесников. Новости дня.